Школу построили в микрорайоне Томилино Парк. Учиться в новом учебном комплексе смогут 1100 детей. Подробнее о текущих работах расскажет наш корреспондент. На сегодняшний день завершили большую часть строительно-монтажных работ. Приступили к благоустройству и поставке оборудования. Фактически будет стройнадзором государственным проводиться итоговая проверка для подтверждения того, что объект построен в соответствии с проектными решениями, действующими нормами и стандартами. И параллельно будет идти передача объекта эксплуатирующей организации. В состав учебного комплекса вошли три корпуса – общешкольный, для средних и старших классов, и начальная школа. Оценить текущие работы приехал Владимир Ружицкий. Я думаю, что где-то под 90% готовность школы. У меня нет никаких сомнений, что эта школа в ближайшие месяцы будет завершена. А дальше идет оформление документов, получение лицензии, чтобы 1 сентября школа могла открыть свои двери. В общешкольном корпусе построили медицинские и спортивные блоки, актовый зал, столовую, библиотеку и административные помещения. Айтаж Чирагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ,